Здравствуйте, с вами Шаурма Двор Медведева, и сегодня ваше внимание хотим представить седло охотничье, на котором по желанию заказчика выполнены трюковые рукояти, передние и задние. Седло изготовлено с комплектом полных вьюков, то есть это передние, задние переметные сумы и все вьючные ремни, как полагается. В комплекте также имеется тренога для стреноживания коня, по-другому их еще называют путы, скашовка, связывающая стремена, корды, торба для кормления коня, недоуздок из нейлона и строевое солдатское оголовье с черным чомбуром. Получилось вот такое седло. Напоминаю, что оно изготовлено на основе кавалерийского или драгунского ленчика. Длина полок здесь 61 сантиметр. Если вы хотите заказать нечто подобное, пишите, звоните. А под видео ставьте лайк. До свидания.